совершенно не вижу причины волноваться. Согласно результатам наших исследований, следующий выброс произойдет не раньше, чем через 2 месяца и 4 дня плюс-минус 7 часов. Интенсивность его составит 3 балла по шкале Бергмана, что в 2,13. Опуская подробности, скажу, что ничего подобного я ранее не видел. Энцефалограмма свидетельствует о серьезном повреждении нервной системы, однако показатели остальных функций организма просто отличны. Парадокс. Считаете, это связано с выбросом? Вне всякого сомнения. Впрочем, я пока не могу найти этому рационального объяснения. Кажется, он начинает приходиться. Очнулся? Это хорошо. Ну что же, с возвращением на этот свет, сталкер. Как самочувствие? Помнишь, что с тобой произошло? Шутишь? Это хорошо. Значит, жить будешь. Моя фамилия Лебедев. Я начальник группы и отвечаю здесь за все и за всех. И за тебя, кстати, пока ты тут. Себя мы называем «Чистое небо». Сейчас ты на нашей базе. Ребята подобрали тебя на болотах после выброса. Повезло? Не думаю. Вот факты. Ты выжил после выброса. Это первое, что я никак не могу объяснить. Второе. Наш патруль наткнулся на тебя на болотах. А это бесконечные топи. Мы в тропках и сами не всегда уверены. И третье. Тебя едва не растерзала стая псевдособак. Ребята подоспели в самый последний момент. Эта цепь событий — непростое везение. Ладно, прервемся на время. Приходи в себя, мне нужно закончить работу. Артефакт, закусывает. После этого разворачивается и выползает из бара. Один сталкер обалдел, ну и говорит другому: «Ты видал?» А тот ему: «А, закусил, падла!» Не те уже времена. Раньше порядочный сталкер артефактом занюхивал.
Если есть что починить, давай сюда. Вот так вот. Исследованиями там кто-то не занимался. Вот, все. В таком вот скафандре крутом тоже ходил бы. Помнил вот. Блин, так не смешно же. Вы новичок. Ну, новичок постоянно сливается с камерой. Вот молодец, живой пришел. Рад тебя видеть. Опа-па. Видал бы ты свою рожу. Бледный. Краше в гроб кладу. Так, слушай меня. Иди в бар, причем срочно. Попутного ветра! Возвращение. Опа-па. Будешь неподалеку? Заглядывай. Здравствуй, здравствуй, пришелец с того света. Привет, наемник. Вот ты стала быть какой. Ты пока в отключке лежал, легендой стал на базе. Уж и напридумывали я тебе всякого. Ну ладно, такому счастливцу стаканчик за счет заведения. Так что давай, излагай, а то я уж извелся весь от любопытства. Молодец. Так, ты пей и слушай. Раньше тут куда спокойнее было. Тропки исхожены, места нужные разведаны, подходы пристреляны. Конечно, болото это тебе и не курорт со смазливыми бобенками, но жизнь была ничего. А как шандарахнул выброс тот последний, самый серьезный, так тут вся спокойная жизнь и кончилась. Ребята на каждый выход идут, богу и черту молятся, чтобы вернуться. Но народ у нас кремень. Не за хабар голову подставляют, а за дело свое. Так что держимся пока. Бутылки как-то собирал. Одна за одной, одна за одной. Так и дошел до этого места. Шучу я, старик. Понимаешь, нашлось мне место в том мире. Давила меня жизнь, давила, да и выдавила. Сперва в зону, а потом я к чистому небу прибился. Тут люди нормальные, тут я нужен. Ребята вон после выхода очередного придут, я им накапаю малость. Пошучу с ними, когда прилично, когда не очень. Их и отпустят. Видишь, как просто все. Кстати, кличут меня Холод. Если приблизительно, то на нашей базе. Как видишь, скромный, потому как наполовину уже утопший хутор, посреди романтических, бескрайних болот. Какой именно их части, я уж и сам не скажу.
Но это последнее, слышишь, последнее место в зоне, где можно встретить настоящих людей. Непродажных, понимаешь? Таких, которые в спину не выстрелят. И аптечкой последней поделятся. Во как. А знаешь, почему не слышал? Потому что слишком многие хотели бы слышать и знать. А чем меньше народу она знает, тем нам спокойнее. Главное у нас Лебедев. Злые бы они могли. На нем, считай, все и держится. Потом Каланча наш, профессор Каланча. Головастый мужик, знает о зоне столько. Ну, знает, в общем. Еще есть Новиков, техник. Этот из консервной банки пулемет сделать может. И патронов к нему 2 цинка. Их запчастей бы ему только побольше. Ну и Суслов. Он хоть и торговец, но не торгаш, не жлоб. Он знает, как сталкер свою копейку добывает. И сталкер оценит. Закругляйтесь с разговорами. Наемник пусть зайдет ко мне. Ну вот, Лебедев сказал надо, боец ответил есть. Так что давай, брат, раз уж Лебедев тебя ждет. Ну, как будешь у нас на болотах, как говорится, милости просим. Давай-ка ты к Лебедеву. Он людей попусту не вызывает. Ты заходи, если потрепаться охота придет. Давай-ка ты к Лебедеву. Он людей попусту не вызывает. Скукотища тут. Потрепаться целыми днями не с кем. Тот на деле, а кровосос за ним. Второй новичок возвращается, хватает ствол и давай, значит, кровососа стрелять. Бах, не смешно. Кровососа правое яйцо в сторону. Тварь, значит, он будет. Учти, проблемы с железом я устраняю на раз. Но кривые руки, хозяин, не правлю. Там Лебедев вроде тебя искал. Так ты бы заглянул к нему. А я пока еще пару пушек починю, если материала хватит так перетать. Будет еще какая проблема, подходи. Хорошим людям я всегда помогу. Никогда не знаешь, какой сюрприз за кустом поджидает. Ты удовольствие от работы не то уже. Возвращением, друг, неплохо выглядишь, как для пережившего выброс. Тебе бы у Лебедева возле камина отогреться. Доброй тебе дороги!
могила смеется. Нет, подучиться. Я б тоже вот так вот. Исследованиями там всякими занимался. Вот и все. Такого скафандра. Ну как, проветрился? Выглядишь уже бодрее. Введу тебя в курс дела. Итак, ты находишься на территории базы Чистого Неба. Не пытайся вспомнить, ты не мог слышать о нас, и это хорошо. Наша миссия — исследование зоны. Мы считаем, что зону нужно тщательно изучить, чтобы понять, с чем столкнулось человечество. Именно в понимании находится ключ к тому, чтобы человек нашел способ сосуществовать с зоной. Ведь если разобраться, зона самая удивительная из того, с чем мы сталкивались за всю свою историю. Как я уже говорил, мы исследователи. Мы пытаемся понять природу зоны, установить причины ее появления, сформулировать законы, по которым она существует. Мы не думаем об обогащении, не ищем поля артефактов, не пытаемся выяснять отношения с другими группировками. Именно поэтому мы спрятались посреди этих болот и сосредоточились на исследованиях. Мы сильны не боевыми навыками, а знаниями. Знаниями о зоне, которые мы накопили за многие месяцы исследований. Сегодня мы знаем о ней гораздо больше, чем сталкеры и официальные власти вместе взятые. Все складывалось в понятную картину до тех пор, пока несколько дней назад не грянул большой выброс. Нет, этот выброс был феноменальной силы. Так сказать, вне категории. Настоящий ураган, который проутюжил всю зону и перекроил ее. Изменилось все. Разведанные и относительно безопасные территории накрыло сильнейшими радиационными полями и аномалиями. Зато появился доступ к местам, которые оставались закрытыми годами. Даже самые матерые сталкеры уже не уверены, какая аномалия ждет их по дороге или на какую тварь они там нарвутся. А еще в зоне изменились люди. Как-то сразу, мгновенно. Выброс не только изменил карту зоны, но и разрушил баланс между группировками. Началась война за контроль над территориями. В общем, много произошло странных вещей, и я пока не могу до конца понять степень этих изменений. Впрочем, после выброса прошло всего несколько дней. Но самое странное — то, что тебе удалось после этого выброса выжить. Понятно. Чем я могу тебе помочь? Выбраться отсюда очень непросто. Болото — это лабиринт из камышей, кругом радиоактивные топи, в которых полно разных тварей и человеческого отребья. Даже не знаю, кто из них страшнее. Вывести тебя отсюда могут только проводники. Их у нас всего несколько, и этим людям я полностью доверяю. Но сейчас ситуация сложная. Если я тебя отпущу, то информация о нас перестанет быть тайной. Знаешь, в последнее время нам приходится очень туго. Выброс ослабил аномальную активность на болотах, и сюда набежало столько бандитов и прочего дерьма, что, глядишь, завтра с утра их лагерь будет прямо у нас под носом. Мы бойцы не очень, поэтому пока сдаем позицию за позицией. А вот ты другое дело. Ты спец, это сразу видно. Твой опыт может сохранить жизнь многим из нас. Все, хватит разговоров. Случилось еще одно нападение на форпост. Помоги отбить его. Там сейчас, между прочим, кое-кто из тех ребят, что тебя нашли. Еще не забыл, как выживать в зоне? Отлично. Тогда быстро к торговцу. У него получишь минимальный комплект снаряжения и давай сразу к форпосту. Как выйдешь за территорию базы, прислушивайся к моим советам. Суслав, сейчас у тебя будет боец. Выдай ему все необходимое для задания. Принято. Наемник, поторопись. Ты почему еще здесь? А ну мигом к Суслову за снаряжением. Приветствую. Наконец-то. Вот, держи. Это базовый набор снаряжения специально для патрульных заданий.
Дружище, у меня приказ выдать тебе снаряжение. А все расспросы потом. Дуй к ребятам. Чего тебе, сталкер? Ух, братишка, вовремя подоспел. У меня патронов на самом донце осталось. Давай этих тварей, что ли, в два ствола отстреляем. Ты снова выжил после выброса. Я уже почти не удивляюсь этому. Ребята подобрали тебя недалеко от вышки, когда все улеглось. Да, Каланча абсолютно прав. То, что происходит с тобой, не поддается научному объяснению. Он утверждает, что ты получил некие, ну скажем так, необычные способности. Ты выживаешь при такой аномальной активности, которая других буквально расщепляет на атомы. К тому же некоторые функции твоего организма словно что-то подстегивает. Показатели приборов зашкаливают. Впрочем, не обольщайся. Вот тебе ложка дегтя. С каждым выбросом твоя нервная система постепенно выгорает. Если это разрушение не остановить, ты попросту погибнешь.
Обычный выброс представляет собой выход накопившейся энергии зоны, разрядку. Но то, что происходит сейчас, простой разрядкой не объяснишь. Мое мнение таково. Частые выбросы – ничто иное, как рефлекс зоны на какую-то серьезную угрозу. Своего рода реакция иммунной системы. Сосуществование зоны и человека тяжело объяснить рационально. Зона терпит присутствие человека в одних местах и запрещает проникать в другие. И вот то, что находится за выжигателями дальше к центру, табу, доступ сталкерам туда закрыт. Мне кажется, что последние события в зоне связаны с тем, что кто-то нарушил это правило и проник за выжигатель мозгов. Трудно сказать. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что находится в центре зоны. Одни говорят, там находится монолит, другие – исполнитель желаний. Третьи, более приземленные, бредят полями редчайших артефактов. Я был там на станции, еще молодым специалистом. А вот что там сейчас, не знаю. Могу сказать одно. Выжигатель появился в зоне не зря. Он закрывает доступ к центру зоны. Человеку нет пути за выжигатель мозгов. До большого выброса я считал, что нет. Да и все так считали. Однако, если расценивать выбросы как защитную реакцию, то вывод может быть только один. Кто-то проник за выжигатель, и в ответ на это зона выдала выброс. И тот человек или люди все еще живы, раз выбросы продолжаются. Зона пытается их достать, и при этом убивает все живое. Я знаю о зоне много, но рассказать могу пока не все. Некоторые вещи тебе придется принять на веру. Видишь ли, любая система должна функционировать в равновесии. Сейчас зона нестабильна, и нестабильность эта постоянно нарастает. Если частые выбросы не остановить, зона расшатается настолько, что случится новая катастрофа. Собственно, мы подошли к основной задаче, которая стоит перед чистым небом. Мы стараемся предотвратить катастрофу. Ты прав, но мы знаем, как предотвратить катастрофу и остановить выбросы. А это уже немало. В первую очередь, нужно выяснить, кто был в центре зоны, и остановить их любой ценой. Между тобой и зоной есть какая-то странная связь. С одной стороны, каждый новый выброс постепенно убивает тебя. С другой, ты выживаешь в таких условиях, в каких остальные погибают. Интуиция подсказывает мне, что эти твои способности... Ну, дар, проклятие, называй как хочешь. Так вот, твои способности позволят тебе пройти там, где любой другой не сможет это сделать в принципе. А нам сейчас нужно действовать очень быстро. Знал, что ты спросишь об этом. Ответ прост. Если не остановить выбросы, твоя нервная система выгорит, и ты погибнешь. Поможешь нам, спасешь себя. Наверное, это звучит как в дешевом кино, но у тебя действительно нет выбора. К сожалению, да. Ну так что, поможешь нам? Ну что ж, время подумать у тебя еще есть. С другой стороны, его немного. Ты заходи, как надумаешь. Рад да-да. Видеть вас, молодой человек. Вижу, вам уже значительно лучше. Кое-что вам уже известно, а кое-что придется разъяснить более детально. Итак, вы дважды попали под выброс и выжили. Факт, не поддающийся объяснению. Естественно, вы попали под излучение не самой высокой интенсивности, иначе непременно погибли бы. Но при уровнях излучения, которые летальны для других, вы, оказывается, вполне можете выжить. Собственно, это уже имело место. Действительно, сразу после выброса у вас скачкообразно изменились некоторые параметры организма. Моторика, скорость реакции, выносливость. Выброс словно подпитал вас энергией. Но подобный подъем длится весьма недолго, а потом самочувствие резко ухудшается. Именно это вы сейчас ощущаете.
Выбросы разрушают вашу нервную систему. Если они не прекратятся, вы погибнете. Или, что еще хуже, утратите личность и интеллект. К сожалению, нет. Все, что я могу, это лишь ослабить негативное воздействие выбросов на ваш организм. Сейчас я заканчиваю серию тестов, а после утверждения их результатов Лебедевым буду готов проделать над вами необходимые манипуляции. Однако хочу еще раз подчеркнуть, это не панацея и не сможет избавить вас от проблемы. Все, что вы получаете сейчас, лишь небольшой запас времени до того момента, когда нервная система начнет разрушаться. Увы, больше ничего. Но я готов ответить на ваши вопросы. Люди ошибаются, полагая, что понимают суть зоны. Одни считают ее вселенским злом, другие – чудом, неспосланным человечеству. Для третьих – это банальный источник обогащения. Но все они ошибаются. Через призму человеческого восприятия зону понять невозможно. Более того, это область, куда людям вообще рано вторгаться. Поэтому действия как официальных властей, так и сталкеров по отношению к зоне ошибочны. И, боюсь, их последствия могут быть... Собственно, они уже имеются. Причем с таким вектором и потенциалом развития, предсказать которое невозможно. А это очень опасно. Эх, если бы я знал ответ на этот вопрос. Мы уже давно и тщательно изучаем зону в поисках ответа на него. Зона появилась в результате, скажем так, ошибочных действий человека. И мы уже не в силах вернуть все в исходное состояние. Зону невозможно уничтожить. А сама по себе она никуда не исчезнет. Мы – чистое небо. Уверены в том, что есть только один возможный вариант – сосуществование человека и зоны. Как бы объяснить попроще? Смотрите, любая сложная система в природе, в том числе и зона, при отсутствии внешних воздействий, самопроизвольно стремится обрести равновесие. Так происходило и здесь. Зона сохраняла стабильность в течение нескольких последних лет. Ни одного серьезного отклонения от средних параметров не было. А что мы имеем в данный момент? Гигантской мощности выброс перекроил всю зону. Система перешла в нестабильное состояние. Это перекос, если хотите, сбой. Зону лихорадит. Каждый новый выброс все больше накачивает ее энергией. Данные на моих приборах сменяются с сумасшедшей скоростью. Если эту ситуацию не переломить, все закончится катастрофой, даже более ужасной, чем в 1986 году. И самое главное, данный сбой в зоне возник не сам по себе. Говорю вам, это дело рук человека. Это мы и пытаемся выяснить, кто и каким образом вызвал подобное нарушение внутреннего баланса зоны. Возможно, это даст нам шанс предотвратить катастрофу. Если к такой нестабильности привели действия человека, то именно человек может оказаться способен выправить ситуацию. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Боюсь, что ответ на этот вопрос вне моих полномочий. Обратитесь к Лебедеву. Здрав буди, выбросоустойчивый. Как насчет выпить-закусить? Что скажешь? Ну, как будешь у нас на болотах, как говорится, милости просим. Эх, и здорово же у тебя выходит! Возвращением, друг. Ну, здравствуй, гость заморский. С чем пришел?
С тугим кошельком, али с вещью какой диковиной, цены неслыханной. Да, слыхал твою историю. Думаю, главное, что жив остался. А добра еще наберешь, если зоне понравится. Так что, будем торговать или есть какие-то вопросы? А мы люди такие. Это у смерти, как ни вертись, ни 15 минут жизни, ни запасной магазин не купят. А торговцы везде нужны. Даже в зоне, на болотах, в подполье. Это ведь только кажется, что зона на замке, и вояки все ходы-выходы перекрыли. Но артефакты и образцы редкие, и зоны как-то ведь разлетаются по всему миру. Да и ваш брат-сталкер всегда с консервами, водочкой, боеприпасами да снарягой по зоне ходит. Кто все это обеспечивает? Вот то-то. Это тебе не диски на Петровке продавать. Схема ведь какая? Есть во внешнем мире интерес к зоне и наоборот. А вроде как не-не, нельзя, ну что? Тут-то мы и появляемся. Все начинает работать, все счастливы. Как мы, торговцы, между собой шутим, даже у человека, наставившего на тебя автомат, этот автомат можно попробовать выкупить. Не будем о грустном, ладно? Знаешь, как надоело мелочами заниматься? Обычных артефактов, их же как семечек. А самые жирные куски стороной проходят. Уникальных вещей давно никто не приносил. Да шут его знает. Может, сталкеры уже все выбрали. Эх, попасть бы за выжигатель. Там, говорят, за раз на всю жизнь можно набрать. Артефактов я имею в виду. В принципе, при наших теперешних возможностях и связях торговцам давно объединиться пора и найти способ пробраться за выжигатель. Известное дело. Ладно, слушай, я тут тебе уже лишнего наговорил. Все, время, деньги. Если хочешь торговать, давай. А нет, как-нибудь в другой раз загляни. Попутного ветра!
Апгрейд или ремонт? Тут что у тебя там? Крути, маракуй, не маракуй. А все равно будет. Ну, как видишь, техники почти нет. Живем, словно после ядерной войны. Если осталось что-то, то в конец убитое. А запчастей хрен да ни хрена себе. Так что приходится мудрить и лепить из того, что есть. Либо что подвернется. Вот мне недавно нужно было приемник с мастерищем. Так чуть ли не из холодильника пришлось собирать. Ну не цирк, а. У нас, да, не разгонишься. А вот зато на свалке, знаешь, говорят, раскопали старые советские схроны. После аварии на ЧАЭС туда целыми колоннами свозили оборудование, технику там, ну, добро всякое. Думали, что радиоактивное, непригодное для использования. Но это им тогда так казалось. А сейчас-то уж никого это не гребет. Кто ж теперь такой уровень радиации опасным считает? Так вот, там сейчас, говорят, началась самая, что ни на есть, золотая лихорадка. Сталкеры диггерствовать со всей зоны потянулись. Жаль только, что сюда мало что доходит. Разве что Лебедев кого-то из ребят специально за деталями отправил. Да как обычно. Чиню оружие и костюмы, улучшаю, в общем, по потребности. Стало быть, если надо будет что-то подремонтировать, это ко мне. Мне бы только детали достать. Эх, я бы таких наворотов ребятам понаделал. Оружие, броню, приборы. Все на уровень бы поднял. Словом, если наткнешься на что-то нужное, сразу тащи сюда. Все сделаю в лучшем виде. Ну, ни пуха, ни пера. Что у тебя там? Или ремонт? Все захреначим. Синий изолентой. Кончай уже, Виктор. Я со своей пушкой никогда не расстаюсь. Днем в руках держу. Сплю, она у меня пустая. Я с ней, мол, говорю даже. Ну и пускай думают, что псих. Она мне может тысячу раз жизнь спасла. Да, тут пути не крути, маракуй не маракуй. А все равно мы не так, как командиры скажут. Задали все он так же самым навороченным дроником.